мы занимаемся, подготавливаем свое тело в Аскии к чемпионату Европы по баскетболу. Сейчас приезжает национальная сборная с Черногории. Мы в полной готовности присоединимся к ней. И я думаю, что будет неплохо все получать. С каждым днем все лучше и лучше. Тело становится. Я предложил Сергею Моне и Гулвятису, потому что у него была проблема с коленом, и он остался. Предложил вместе потренироваться. Они с удовольствием откликнулись. Тем более все готовятся, все к чемпионату. И мы, видите, как говорится, веселее, чем одному. В паре придумываем всякие упражнения, а то делают в сборной и в клубах. И вроде неплохо получается. Еще пару дней, и все будет нормально. Понятно, что кондиции мы полностью наберем. Я думаю, в течение двух недель войдем в форму, не оптимально, но на процентов 80 будем уже готовы. А чемпионат Европы, я думаю, уже наберем 100% кондицию. Мои физически немовально отдохнувшие, никак в том году, и я готов в этом году с удовольствием приехать в национальную сборную и помочь национальной сборной чемпионат Европы с путевкой на Олимпиаду.